Здоровеньки булы, с вами Илья из Днепропетровска. И сегодня я добрался до МП-046. Она перед вами. В общем-то, чем удивительен был этот мопед? На нем стоял Ша-52, 69-го года, что, в общем-то, сходилось с годом производства рамы, там тоже девяточка в конце была. И все было нормально, пока я не докупил вот эту вот детальку. Очень редкая вещь, декоративной кожи. И, в общем-то, проблема заключалась в том, что... Вот, ну, кстати, его двигатель, с которым этот мопед приехал. Ну, я думаю, видно, 69 в конце. Ну, вот. И в чем проблема началась, когда я купил детальку? Когда ты ее ставишь, то она упирается вот в эту вещь. Казалось бы, Ша-52. Там где-то в какой-то литературе в скобочках он был, что должен быть на этой модели. Но вот вам и нестыковочка. Первая. Привод спидометра. Дальше. Изучая раму, было обнаружено, что родной-то спидометр, и Олежек не даст соврать-то, находится вот где. На заднем колесе. Вот. А этот был безнадежно подключен к обратному. Но на этом прикол не остановили. Вот. Крышка, видите, Ша-52, тут именно с этого двигателя, вот молотковая эмаль, тут тоже молотковая эмаль на движке. В общем-то, а если перевернуться внутрь, Ша-51, как ни странно. То есть тут у нас еще Ша-52 уже, а тут еще Ша-51. Я думаю, ладно, проверю, что же было на моей Риге 4. На Риге 4 вот с нее... Он, кстати, стоит снятым двигателем. Это там вот в уголке лежит. Ждет, пока коленчатый вал сделается. Вот ее. Правая крышка Ша-52. Переворачиваем. И тут у нас что? Тоже Ша-52. То есть навести. Ну, как кажется, будет видно. Да, Ша-52. Вот такой вот нюанс. Мотор 69-го года. Там серийный номер такой. 84-804. Хотя, по идее, для этих мопедов мотор должен был штамповать Ковровский завод. Ша-51К. Вот два мопеда шоу Олежика, у него Ша-51К была. А Шуля чистый шел на Риге. Ну, пока на этом все. Всем пока.